Бывший начальник штаба, первый заместитель командующего 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа полковник Николай Захаров станет заместителем председателя правительства Забайкальского края. Его назначат на эту должность 15 января. В этом сообщили сразу несколько источников. По их данным, он станет зампредом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В 2021 году Захаров стал начальником штаба, первым заместителем командующего 29-й армии Восточного военного округа. Захаров произносил поздравительную речь на параде Победы 9 мая в Чите. Спустя год вместе с губернатором Забайкальского края он участвовал в высадке Аллеи ветеранов.